Ну, просите, они вам не присылают. Давай, проси. Проси. Скажи, дайте 500 рублей на корм. Ну, давай. Какие гордые, блядь. Гордые и голодные, бедолаги. Опьянил совсем, в голове дурман. Доброе утро, друзья! А на дороге крыса, смотрите, ёбнутся, фу! Охуеть! Опять дубак, пиздец! Курточку одел на маечку, промёрз как сука! Давай, петушара, быстрее-то, блядь. О, море. Море Лаптевых. Не улыбаться бы Юрку. Потихонечку. Блядь, что не сделаешь ради хорошего кадра, да, друзья? А вы хотя не понимаете, это нихуя. Ай, ай. Заебись. Не, вот надо правильно здесь сказать. Заебись. Тури-тури-тури-ту. Ну а я продолжаю свою рубрику «Надпись на песте». И сегодня надпись на песте от Алексея Алексеевича для Иванова Лехи, его жены Натахи из Омска и для брата Годи. Смотрим надпись. По традиции красивый вид для Лехи, для Натахи и для брата Годи. Смотрим надпись. Ну, сейчас стойденько пройдет. Привет. Та-ра-ра-рам. Ну все, надпись написал. В общем, смотрите, дьявола, знаете, я сейчас что придумал? Настроение доброе, хорошее. Давайте под этим видосом 300-й комментарий получит надпись в подарок. Но надпись только из 3 букв, чтобы я здесь голову не ебал, дайте расписывал. Да, 300-й комментарий получит надпись на песте. А то надо, ребята, челядь-то порадовать. Вы-то, богачи, так же и заказываете по 1000 в инстаграме у меня. А челядь хоть пусть пишет, они там всякую хуйню все равно пишут. Одним больше, одним меньше. 300-й комментарий. Поняли? 300-й. Тевните. Да, да, да. Все, давайте. Начинайте писать, хуесосить меня там. 300-й. Надо как-то это не проебланить только. Макс, желтое говно, а ты это проконтролируй. Все. Что-то хожу и не знаю, чем бы и заняться. Вообще делать нехуй. А, сейчас же я вам кое-что буду говорить. Точно. Вот, давайте с вами, пидоры, посидим. Ой, ой, не с вами, а с ними. В общем, насчет бизнеса-то, знаете, я что подумал? Вот все взвесился за и против, почитал ваши комментарии. И реально понял, нахуй мне эти все головняки. Какие-то звонки, какие-то клиенты. Что-то я, наверное, пас нахуй. Все-таки не для этого я создан. Надо YouTube развивать, а, знаете, не распыляться на всякую хуйню. Всех денег все равно не заработаешь. Да и вы у меня есть в конце-то концов. Так что давайте по 500 рублей, друзья, накидаем мне. Чтобы я и не сувался во всякие эти хуйни.
Вот реально, знаете, вроде бы и хочется, блядь, и начинаю понимать, что, блядь, головняки будут неизбежны. А нахуй мне головняки? 6 лет без головняков, а здесь на нахуй. Так что нахуй. Юрка пас. Буду лучше вот стараться монетизировать и дальше свою бездарность и бездельность. Да, собаки, блядь? Хуль ты дергаешься-то, сука? Волк. Понимаете, да, о чем я? Я не спорю, денег хочется. Вот, то есть, знаете, пиздеть не буду. Очень бы хотелось, чтобы 5 в день прилетал. Но, блядь, без головняков. Хочется нихуя не делать и получать бабки. Ну, вы, наверное, все, да, так хотите? Давайте, кто со мной согласен, по 500 рублей. Ну, а Леха Киселев... Может, 100 рублей, а Жарков 55. Вас я люблю за стабильность, друзья. В общем, вот такие пироги. А, у меня еще система монахов же, блядь. Сегодня какое число-то? 8-е или 9-е? Ну, в общем, вы уже на работе, да? Ну и как, нравится работать? Вот работать вообще не хочу. А еще если на дядю, так вообще пиздец. Это же как надо себя не любить, чтобы посвятить свою жизнь работе на других людей. Если у нас такие есть подписчики, то я вам, блядь, очень сочувствую. И не забывайте, что каждый 300-й комментарий получает надпись. Ну все, пойду монахов в систему захуячу. Ближайшие вечеринки в Гоа. Борис Гребенщиков, аквариум. Я вам отдельно про это расскажу. Еще какая-то хуйня, еще какая-то хуйня. Ну то есть смотрите, видите, как плакатики, да, все выглядят, что ощущение, что придешь туда, там будет вообще крутое пати, там диджеев вон сколько, смотрите. Каждый пиздать и другого. А, ну это уже прошло. А суть такая, что вот объявления у них везде, реклама охуенная, знаете, здесь вот по Гоа. А приходишь вот на такое мероприятие, а там обычный бар, который себя позиционирует каким-то клубом. На самом деле, блядь, везде такая шлоеботина. Но я здесь стал выяснять и выяснил. Это делается специально, чтобы с туриста денежку, знаете, выхватить. Вход во сюда 1000 рупий. Куда-то 2, куда-то 3, ну куда-то есть и 500, и 300. Так вы туда, вот, знаете, приехали отдохнуть-то. О, вроде вечерина пиздата, о, вроде Гребенщиков, может его и нету нахуй. Ну и приходите в этот кабак, платите денежку за вход. А когда уже вошли, видите, что там вообще делать нехуй, 3 человека. И уходите, а денежку-то за вход вам никто уже не отдаст. И так здесь сплошь и рядом. И вот этот Гребенщиков... Блять, подождите. Начал я тут выяснять, думаю, сколько билет-то стоит, интересно, на Гребенщикова. Нахожу в интернете, создана у кого-то страничка по продаже билетов на Гребенщикова. Ну и типа, переводите денежку сюда, билетик мы вам пришлем. Билет, по-моему, 40 или 45 долларов. Короче, вот такая история. Так-то он приехал сюда, 30 объявлений расклеил. Алла Пугачева или Филипп Киркоров. Билетов напродавал и уехал на Бали. А, так можно вообще сюда не приезжать. Главное рекламу дать и все. Угу. Какая нахуй аренда тачек? Вон хап и нахуй и в тюрьму. Ладно, я поехал. Что-то настроения нету. Проснулся сегодня, а там донат только от Киселева 100 рублей, даже от Жаркова 55. И как-то, знаете, тошно на душе. Я же вам каждый день видос, а вы вообще неблагодарные, пиздец. Хм. Очень странно. Или вас, блядь, донат смущает, минимальный 500 рублей? Ну его-то можно раз в неделю за 5 просмотренных серий 500 рублей. Если вам удобнее по 100 рублей за каждую серию, то 100 рублей кидайте. Короче, ладно. Расстроенный. Система монахов сегодня в стоячем положении, так как
тапки ебучие, на них не поставить никак по-другому телефон, иначе в песок. Блять, какое число-то, сука? Ого! Да, давайте. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Блять, наверное, девятое. Девять. Или восьмое, блять. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, блять, или девятое, девять пресса. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Нихуя! С каждым днем все заебней и заебней. У меня так голова большая, да? И обратите внимание, что женщины работают и камни носят. Почему же, блядь, русские-то бабы вечно выебываются и ничего не хотят? Вообще не могу понять. Угу. Гребенщиковым весь Гоа обклеен. Интересно, приедет или это всего лишь так, наебалово? Как вы думаете? О, нихуя кобылка, заебись, поехала. О, еду в любимую кафешку Кокарева, господина. Кушать мы сегодня с вами будем за Василия Плотникова. Он прислал денежку, сказал: Любка, покушай. Ну, Вася, ты понимаешь, что я на все это деньги кушать не буду? Я сейчас покушаю масала досу с сыром и попью масала ти. Тем самым устрачу где-то рублей 200-250, но остальное мне за суету. Так и тебе интересно, и мне. Вот ты молодец, видишь, просек тему. И с помощью тех же 500 рублей, 1000, можешь управлять моим каналом. Охуеть. Так что управленцы канала, давайте на донаталерс, я что-нибудь поделаю. Угу. Буду есть вот это панир чиз доса за 130. Это хозяин этой кафешки. Ждем, когда придет кто-нибудь и примет заказ. Видите, как нелегко вот все это. Все приходится ждать, выжидать. Здесь же никто никуда не торопится. Вообще здесь всем на всех похуй. Все живут, знаете, своей жизнью и вообще до пизды. Можно панир чиздоса и масала ти. Видите, заказ принят. Пришлось наорать, правда. Василий, ты тут? Смотри, нам принесли с тобой сахар и масала ти. Это индийский чай с приправами. Ну, по мне, это, знаете, чай со сгущенкой. Что-то очень похожее, ну и пару приправ. Ну и ждем основное блюдо. Ну, основное блюдо, Вася, принесли. Тебе интересно? Сейчас будем кушать с тобой. Не, есть. А, ну так вот, стой, ёпта. Не уходи, главное, никуда. Нихуя себе масала доса, блядь. А, подожди. Здесь, подожди, сейчас я поставлю тебя хорошо. Ну вот, Василий, как твой донат выглядит сверху. Не знаю, правда, что внутри, сейчас будем рассматривать. Ладно, хоть не дырявая. Ломаем. А, внутри, в общем, сыр. Давайте позырим. В общем, просто сыр. Брынза. Ну, там есть еще с луком, с хуюком. Макаем в это говнище и пробуем. Угу. Василий, спасибо большое, очень вкусно.
вот тебе круг. А что, да, без. Вот Кокарев молодец, вот показал мне эту кафеху. Я только здесь теперь и питаюсь, знаешь, когда вот заставляют индийскую пищу есть. Здесь вот реально, знаете, самое приличное. Это на въезде в Арамболь, кому интересно. И всегда вкусненько. Все, спасибо. Буду дальше есть. Даже 130 рублей вышло. Василий, спасибо еще раз огромное. Накормил юрца. О, все. Не, все-таки 150 рублей. Угу, а не 130. Вон, видите, выскочил, говорит, еще двадцатку давай. Ну ничего. Дядька там на другой стороне денег просит. Дадим ему денег-то? Дадим, да? Так сказать, и я карму почищу. Мне вот не жалко, не то что вы. Вот пойду и дам. Вон он бедненький, ему никто не дает, как и мне. Пойдемте дадим сдачу. А вы подаете бедным? Я так подаю. Кушать хочешь, маленький? На, покушаешь. Все, будь здоров. Заебись. И на душе, знаете, сразу полегче. Давайте-ка вы тоже попробуйте. Там на Донаталерс, на Тинькофф. Блять, вот бля буду, вот вам круг. Вообще охуенно сразу, прям вот здесь вот, знаете, чистота какая-то. Бедные люди. Давай, старый. О, пойдемте вам рыбный рынок покажу. Вот такой проход. Ой, дьявол. Аккуратно, не разъебаться бы. Ой, позырим, что тут есть. Нихуя. Охуеть, рыба, рыба. Давай, бей. Да, вот кто-нибудь прислал бы мне рублей 500 и сказал бы, Юра, сделай обзор на цены морепродуктов, и я бы сделал. А так просто смотрите. Все одинаково у всех. Давайте за креветки-то узнаем. А how much креветки? Ага. Кто понял, сколько, напишите внизу. По-моему, 100. Все. Весь рынок. Не надо. Заебались. Нихуя, всякой хуйни. О, что там? Нихуя, кормушка. Смотрите, человек-паук. Охуеть, настоящий. Вот дает, а. Вот это да. Нихуя ты, дьяволок, молодец. Помахай нам ручкой. Вот дает. Обалдеть! А у него веревки на ногах. Вот дает. Молодец. Денег не дам. А вы так можете? Охуеть, да? Караб-караб. Что за караб-караб? В общем, человек как обезьяна. Угу. Ну а какое утро без свежего сока? Надо сачка попить. Айда пить сок. Ван. Я уже готовый. Видимо, кислый. А давайте. За ваше. Теперь я. Теперь ты. Давай быстрей. Теперь я.
А делают его из этих палок вот. Давай ты. Я. А, вообще заебись. 30 рублей. Спасибо, Плотников. А вот то место, где усталочка уебалась с мопеда. Вот этот поворот. Ну я так понял. Пиздец, да? Ну живая и то хорошо. А нехуй пить за рулем. Угу. Это еще раз доказывает. Она же тоже была пьяненькая. Но это мне здесь рассказали. Здесь вот я говорю, блядь, это сарафанное радио ебучее. Даже вроде и не хочешь ничего знать, а находятся люди добрые и все рассказывают. Зачем это людям только, я не понимаю. Ну все, до завтра. А я поеду себе каши, куплю до фруктов. И буду сидеть дома, ждать ваших донатиков. Без денег скучно. Вечные очереди в банкоматы. Вот была бы у них карта Тинькофф, ссылочка на которой внизу, они бы не стояли в очереди. Здесь я куплю себе кашу. Каша где-то тут. 40 рублей. Молоко 20 рублей. Эндвин. Ту. А, эндбэк еще. То есть каша, молоко, две пачки сигарет и шоколадка. И пакет 230 рублей. Ну все, осталось фруктика взять. О, фруктики возьмем, где мы? Не здесь, а вот здесь. Такая маленькая манго, бля. Вон моя клубника любимая. Где она? Сегодня у меня опять клубника и манго. Ага, моя. 70. 70.